А вот посмотрите, каких размеров я нашел серо-розовых мухоморов. Опа! О-о-о! Я кашляпенди. Ха-ха-ха-ха! Кладу, короче, свой ножичек сверху. Грибной ножичек прямо на шляпку, смотрите. О, размерчик, да? Смотрите, гляньте. Какой здоровый, какой здоровый. А ну-ка, сейчас мы его... А я не знаю, что тут. В ноге, конечно. О, ой, так, сломался. Секунду, секунду. Секунду. Слышите, а вы видели такое чудо? Чистый гриб. Вот вам, пожалуйста, то, что я говорил в своих роликах. Видите? Одно из отличий мухомора серо-розового от других мухоморов. Вот здесь лежал у меня гриб, шляпка гриба. И видите, постепенно пластинки начинают приобретать вот такой розовый цвет.